глава парламента, он мог только дать команду открыть двери. Больше никто не мог там быть. Зал полный военных. Это люди неизвестных формирований, не знаю, откуда они пришли. Говорят, что это представители полиции, народного это, каких-то ополчений. Ну так давайте, пусть они заседают в Раде, принимают законы и все. Верховная Рада, не ходят депутаты, не регистрируются, когда один с этими карточками... А как теперь диеты треба? Заседание теперь не будет, или что? Ну я не знаю, смотрите, я зал захвачен. Зал Верховной Рады захвачен военными. Кто эти военные? Откуда они? Задние открылись двери, задние вошли. Сергей закрыла заседание. Ну, человек 40, я не знаю. А что депутаты будут делать? Вы, зокрема, что будете расходиться? Что взагалі, я не собираюсь сидеть в оккупированном зале. Мне еще не хватало тут под конвоем работать у них. А как вы думаете, что может взагалі продолжаться в таком выпадку пленарнее еще заседание? Не знаю, сейчас будем разбираться. А Сергей сбежал. Ну, власне, ось дуже цікавий, насичений день сьогодні.